зарядку. Прибираемся в Бару. Да. Ну, мы выбираемся в Бару на остановку, то есть остановка. В августе мы планируем начинать раскрашивать остановку. Да. Выиграли проект. Яркое лето студентов. Не, я понимаю, а кто финансирует город? Да, территория 22. Территория 22. Понятно. Что еще интересного? Смотрите, в нашем городе очень много любителей собак. То есть, а как таковых мест нету, там площадок, где просто прогуляться. Вот, можно ли организовать такое? Я вам страшную тайну скажу, это могут организовать сами жители. Я знаю в Красноярске примеры, когда сами жители просто делали площадку. И никто их не имеет права сносить, если они сделаны правильно. Давайте посмотрим. Самый главный пример у нас в городе – это вот отсутствие как раз-таки площадок, где можно заниматься экстремальным спортом. Это другое. Вот. Это как раз примерно к этому же относится. Но просто много людей, детей, которые катаются на самокатах, на тех же самых BMX-ах, на скейтбордах, роликах, но нет площадки. Где? А вот смотрите, вот, ну здесь же тоже вопрос опять активности. Сейчас идет второй этап, краевой этап конкурса партнерства. Край распределяет, ну, краевой центр поддержки и развития общественных инициатив распределяет почти 50 миллионов рублей на весь край, на разные проекты. Вот заявлялся Назарова на что-то. Там серьезные гранты можно получить. Были проекты? Вот под какие-то вот сейчас. Вот на второй этап заявлялись, а с чем заявились? На второй этап у нас был всего один проект, там были дидактические материалы для детей. То есть по поводу экстремального спорта мы подавали 3 раза проект этот на конкурс «Физические лица Росмолодежь». То есть у нас до этого было 2 проекта на Росмолодежи, которые побеждали, ну тоже на спортивной направленности. Но, к сожалению, вот этот проект буквально там 4-5 баллов не добирал. Вот. Также мы заявляли его на конкурс «ЭК регионом» уже этот проект, но получили 2 других проекта поддержку. Тоже один спортивной направленности, другой касаемо благоустройства горняка. То есть мы не бросаем надежды, то есть мы и дальше участвовать принимаем. А площадка есть под какой-нибудь скейт-парк? Площадка есть, да. То есть у нас есть согласование, получается, с главой города Назарова на то, что если проект будет поддержан, то они на себя берут обязательства в качестве софинансирования на 420 тысяч рублей на асфальтирование данной площадки, чтобы ее поставить. И также есть разрешение на размещение данной площадки в городе. Давайте посмотрим. Это партнерство мы пропустили, потому что вчера уже была комиссия, я там участвую, там мы просто отсеяли 12 заявок, которые формально не прошли, и утвердили список тех, кто прошел, на экспертизу пойдет. Они уже до конца августа будут понятны победители, жаль, что мы вот об этом сейчас говорим. Но следующий конкурс надо заявляться. Давайте под мой контроль посмотрим. Посмотрим и место, и сам проект, подумаем, чтобы он был так серьезно представлен, заявлен. Ну, надо делать такие вещи, чтобы не ломать памятники, Да, скверы новые, потому что кататься. Вот если мы сейчас по городу проедем, все дети занимаются экстремальным спортом. Катаются на самокатах, на великах. А места нету. И они катаются на тех памятниках, на которые были выделены уже деньги, и они уже опять сломаны. Вот. А как вы планируете развитие внутреннего туризма в городе Назарово? А это возможно вообще? Конечно. Ну подскажите, где это возможно? Потому что мне кажется, внутренний туризм, когда мы о нем говорим в крае, это очень часто мечта, чем что-то реальное. Потому что, чтобы приехали люди, даже внутренний туризм, ну, либо должно быть что-то очень интересное, ради чего они приедут, да, вот прям вот, что их заманит, несмотря ни на что, либо развитая инфраструктура. И тут получается такое, ну, то есть гостиницы, дороги и все прочее. И тут возникает прям такой вопрос, а вот если нет комфорта, приедут люди или не приедут? Вот на что люди в Назарово приедут? Потому что у нас есть агентство, оно активно работает, можно предлагать что-то. Ну вот что предложить, скажите? Ну, мне кажется, можно как-то поднять темы памятников, которые, из-за которых Назарово может славиться. Например, памятник Марии Ладынину. Интересная тема. Ну, или, например, поставить какие-то, также улучшить инфраструктуру города. Вот если, ребят, вы готовы что-то организовать, потому что вам интересно, да, вот в это имеет смысл вкладываться. А то, что придет из края, там, Попов, Иванов, Петров, Сидоров что-то принесет, ну, один раз оно, может быть, и сработает, и даже интересно будет. А если изнутри нет этого топлива, вот здесь на месте, которое заставляет вот движуху там крутиться, ну, оно долго не просуществует. Вот, к сожалению, так не работает. И вот и с местами отдыха, и вот то, что девчонки там спрашивали, да, и ребята, и вот с внутренним туризмом, самим захотеть нужно что-то показать, ну не будет по-другому работать.